А я напоминаю, что можно сделать предзаказ на мой мерч. Худи, свитшоты, майки, обложки на паспорт, чехлы на iPhone. Высокое качество, ссылка в описании. Почти готов к борьбе с призраками. Так, ну сейчас выберем, что у нас тут имеется. Нет, такая история не подходит. Такая у нас история такая. Вот эта история уже более-менее. Может быть, еще что-то на выбор? Ха. Да, вот это, наверное, в самый раз. Папа, я в лесу всех врагов зарубаю вот этой штукой. Какие же те? Всех, точно? Все, хорошо. Я пошел искать привидений, призраков. В общем, заниматься очень важными, интересными вещами. Друзья, я, как и обещал, приехал на дачу, на то самое место, где со мной происходили различные вещи, которые я не мог объяснять. Собственно, сейчас мы с вами находимся на месте, где раньше стояла вот эта вот изба, где я видел какого-то поехавшего мужика, пожирающего... Микрофон, пожалуйста, не улетай далеко от меня, пожирающего бедных животных. Вот кошечка сзади ходит, может подтвердить, если она вот столько прожила времени. Я захожу за дом и вижу такую ситуацию. Стоит мужик голый, но в майке. Полностью грязный, какой-то черный, выглядит как домовенок и просто перегрызает шею курицы. Вот, и что, в чем проблема? Вот здесь был каштан. Вот здесь стоял дом. Его нет, его снесли. Но я вижу вдалеке небольшой сарай, и, в принципе, мы можем туда отправиться в небольшое, так скажем, путешествие и посмотрим, что же все-таки осталось. Но говорю, вот этот оригинальный дом, где происходила история, он находился прямо вот здесь. Я сейчас буду в стиле LED Димы Масленникова искать духов, не знаю, может быть, бомжей, наркоманов, каких-то алкашей. Жалко, что как-то деревня, знаете, преобразилась за последние 10 лет. Все такое красивое, ухоженные дома, вообще, я не знаю, великолепно. Хочу жить в деревне, был бы еще скоростной интернет. Мне самому дико интересно. Хожу вон по какому-то тут сену, в штанах. Ящерицы ползают, змеи, покосившиеся избы. Я не знаю, может, реально здесь кто-то живет, а я сюда иду, типа, нельзя. Господи. Да, видите, тут тоже какой-то загон. Типа, был дом раньше. Потом сделали, не знаю, загон для курей, для кого, хер его знает. Ой, от обзоров трэш-шоу к обзорам курятников. В принципе, все логично. Ну, в общем, вот этот дом, который снесли, он выглядел примерно вот точно так же, чтобы вы понимали. А здесь вот просто обычный сарай какой-то потёганный. О, кстати, у нас есть возможность заглянуть на чердак, посмотреть, что там. Я, на самом деле, даже сейчас сам не буду видеть, что происходит. Но давайте посмотрим. Камера же пишет, правильно? Блин, самому-то как интересно! Господи, боже мой! Ой, класс! Надеюсь, там какой-нибудь призрак убитого Игоря с флексующим петухом, не знаю, находится. И я потом посмотрю на монтаже и офигею. В общем, блин, самому-то как интересно. Господи, боже мой. Ой, класс. Что я один это вижу?
Настолько неухоженная крыша в сарае. Такая вот история, такой вот дом тут заброшенный есть. Интересно, интересно. Я очень люблю отдыхать в деревне, люблю помогать родителям, но не сегодня. Я сегодня какой-то был супер уставший. Вот, и копил силы, так скажем, вам на контент. Посмотрите, вот просто пустой участок. Ничего нету, и сзади какой-то сарай, сортир. И вот на этом самом месте мужик жрал курицу. Господи, незабываемое зрелище. Сейчас прямо мы с вами отправимся на поиски того самого окопа. Как вы можете видеть, сзади вот находится тот самый лес, где я нашел тот злосчастный окоп. Осматриваясь, иду 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, 10 минут и понимаю, что окопа уже нет. Его просто нет. Где он? Я вот говорил про те холмы, видите наверняка сейчас на заднем плане. Вот такие песчаные холмы, я немного приврал, знаете. Сказал, что они были метров 20, но там метров 10 плюс-минус. Может быть, они осели слегка со временем. Вот, и прямо сейчас я предлагаю вам отправиться со мной все-таки на поиски. Мы найдем его, поговорим с призраками, с тем ящиком. Я разберусь уже с глазу на глаз. Покажу вам эту тропинку. Погнали, ребят! Вот помните, я вам говорил про мох? Вот так можно легко провалиться вообще. То есть тут много всяких военных штук расположено. Ты можешь идти, просто провалиться, не знаю, в подвал какой-нибудь, в кухню. Может быть, вы найдете логово людей, которые придумывают челленджи. Кто последний пернул, тот и выжил. Я пока пытаюсь найти тропинку, но как-то не получается. Возможно, я сейчас выйду к лесной качалке, потому что чувствую, что она где-то уже близко. Главное, чтобы меня клещ не укусил никуда, потому что это будет все. Это будет до свидания официально. Поеду домой на карете скорой помощи, а возможно и под землю. Не смешно. Вы бы сейчас видели мою селфи-палку, это просто мой здоровый штатив. Вот, блин. Вот оно. Вот оно родное. Вот моя качалочка лесная. Ну как моя, пацанская. Ой, они тут и брусья поставили. Красота. Красота. Ну что, ваши ставки, я вот пожму это или не пожму? Сейчас проверим. Ну может еще что-то, дед, может. Слушайте, хорошая разминочка. Пацанам респект, кто поддерживает в рабочем состоянии до сих пор эту лесную качалочку. Надо написать рэп про лесную качалку. Турничок, пожалуйста. Крюк для освежевания свинины. То есть меня. А сейчас мы все-таки должны перейти к нашей кульминации сегодняшней и попытаться найти этот сраный окоп. Потому что пока что что-то я вообще не помню и не вижу его ни с какой стороны. К слову говоря, тропинку я обнаружил. Осталось найти только этот окоп. Ну да и все, в принципе, свиста никакого я не слышу. Вроде бояться нечего, тем более я уже подкачался, соответственно, я могу избить любого. Любая белка. Ну а, лазь, где ты? Где ты сидишь? Подходи, пожалуйста. Я походил уже минут 15, все-таки нашел. Там вот вдалеке он есть. Я надеюсь, камера у меня не сядет. И знаете, эти детские чувства непередаваемые, когда ты, ну как детские, мне 15-14 лет было. Это обсирался просто подходить сюда. Тут уже просто в итоге ничего не осталось. Ничего.
Вот он. Вот этот сраный окоп. Его забросали каким-то мусором. Вот он, родненький, любименький. Вот этот самый окоп. Его забросали мусором. Он зарос. Столько у меня остросюжетных историй. Просто ничего не осталось в итоге. Я не понимаю, почему 10 лет назад, то есть тут он был бревнами какими-то обложен. Вот тут вот... Нет, подождите, да, вот там. Вот там была эта история с ящиком, в который я провалился. Вот здесь вот. В итоге это просто какая-то яма с мусором и с... Ну не, даже уже не с мусором, просто все заросло. Где-то в глубине души я надеялся, что я приду, и здесь будет, не знаю, сидеть немец-скелет с автоматом, ждать меня будет свист. Я буду плутать, не буду понимать, что происходит. Да, я типа походил, поискал эту яму ссаную, но просто это в итоге яма оказалась. Что происходит? Хочется сделать такой страшный монтаж Академа Масленников. Ребята, пугайтесь, но нет, это просто яма. Я не знаю, получился деревенский небольшой влог с обзором сарая и прогулкой по лесу под красивую музыку. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, приятный Ильдар. Надеюсь, видео вам понравилось, вы немножко расслабились, улыбнулись. Настроение у вас... поднялось. Покупайте, пожалуйста, мой мерч. Он очень классный. Всем спасибо, всем пока.